Приветствую всех! С вами Низирамос. Мы продолжаем проходить 6-й Resident Evil по марафону серии за на сей раз компанию Ады на максимальной сложности в одиночном режиме. Начинаем. Вторая глава. 29 июня 2013 года. Толл Оукс, США. Leon, soon you've been caught against too. Hope you have the stomach for it. Так, вот мы находимся... О, мне надо было что-то перезарядить. А, у меня было... У меня, чей наоборот, не было патронов на пистолет. Эх. Пинкать ее в рожу, медалька бешеная. А, вот. Ага. Что интересного расскажешь? Ничего. Значит, пошли. Спускаемся вниз. Мы идем совершенно другими путями, чем шли Леон с Хеленой. А там какой-то ключ лежит. О. Потрошки — это хорошо. That is one rusty lock. Shouldn't take much to blast it off. Ага. Я ждал, можно ногой сбить. Фамильный герб Симмонса, часть первая. This looks like it might come in handy. Кто? За пару патронов справились. Так, с арбалетом у меня что? А, 24 болта. Ну, еще немного дроби. Это тоже хорошо. Так, погоди-ка. А, ну сюда не надо. Окей, ну значит идем. Мы вышли на улицу. Так, давайте сначала я тут осмотрюсь, что у нас на этой улице происходит. Тут же упало дерево. По-моему, это та часть, где как раз-таки... И мне кажется, тут Леон бегал. После того, как его уронили куда-то. Ну, может, и Хелена. Потому что здесь кто-то из ребят был, по-моему. Ну, можно было вот эту дверь найти. This is going to need something particular to unlock it. This looks like it might work. But where's the rest of it? Ага. Ну вот, как удобненько, сразу дверь открылась. Только я еще вот сюда забыл сходить. Да, вот здесь Леон шел и поднимался наверх, и там они с Хеленой встречались. Уже после, ну, объединялись, я имею в виду. После того, как зомбяк уронил. А, ну да, как раз зомбяк уронил Леона ровно в тот момент, когда Ада спускалась вниз. О, у нас, кстати, место кончается. Серьезно, вы что, ребят?
Здорово. Дверь не открывается. Идем тогда вот в эту сторону. Что-то наверху. Ну, там, кстати, оружие какое-то. Не понял. А кто там так воет усиленно? Вы что, ребят, творите? Хедшот тебе, замочек. Янтарный ключ. Прикольный ключ, кстати. Красиво выглядит. Ну, я так понимаю, он от этой двери раз нам на нее показывают. Нет энергии, видимо. Или закрыто электронным замком каким-нибудь. Ну, здрасте, приехали. Патроны. Вообще нет, хотел сделать. Так, у нас тут куча трупов висит. Можно их посшибать. И с них упадают стрелы на арбалет. Ну. А, ну стрелы, да. Я не помню, дальше они будут выпадать еще или нет. Это, видимо, по одному разу за каждого, но я вот этого, по-моему, еще не уронил. А, снайперская винтовка. А, 32 стрелы у меня. Где у тебя замок? А вот этого, кстати, одного еще не гасил. А по одной стреле, кстати, падает за каждого. Ну, теперь можно просто взять и подвинуть эту штуку. Собственно, вот так надо сделать. Хедшот. Ох, нифига себе. Глубоко упали. Фамильный герб Симмонса. Часть вторая. There are more missing pieces. Ну, это, конечно, опасная ситуация. Ну, а что еще делать? Готов. Хороший способ
запитать проводку. Здорово. Ага, здесь у нас что? Здесь у нас какой-то ящик есть. 38. Тут, мне кажется, 5 стрел было, да? Да, 43 стрелы. 48. Теперь идем на лестницу. Даже чекпоинт дали, вы посмотрите-ка. Здорово. И мы оказываемся снова здесь же. Я вот не помню, можно ли тут еще их подфармить, чтобы стрелы получить. Ну, в общем, если мы с этими зомбаками встаем на эту платформу, то... то происходит перевес, и мы все падаем. Мне кажется, набрать стрел может быть полезной тактикой. Давайте еще пару раз сделаем. 54. Смотрите, когда дают за каждого все еще. 57. А стрел это ведь довольно неплохой по мощности боеприпас. И если сейчас понабрать, возможно, в будущем будет немножко полегче. Да. Я понял, что их надо пригвоздить стрелами к стене. Игра, я фармлю, ты не понимаешь ничего. А, вот, все. Больше не фармлю. Хорошо, значит, я узнал, что... тут можно подфармить, но ограниченное количество... значит, больше смысла страдать не имеет. Так, у вас тут ничего интересного не происходит, да? Как вам не стыдно? Хоть прикол какой-нибудь оставили бы. Фамильное кольцо Симмонса. А, это в ту дверь открывает, которая как раз таки с замочком, да, мы видели. Так, вы больше ничего не даете, да? Ну, естественно. Кто бы сомневался? Погоди. Нифига себе. Редко... это, по-моему, единственное место, которое я находил, где камеру жестко фиксируют даже в прицеле. Обычно, где камеру фиксируют, то хотя бы во время прицела можно осматриваться. Так, мы снова на улицу, кстати, вышли. Погоди ты. Я тут осмотреть хочу. Вдруг здесь что-нибудь лежит?
Здесь, конечно, походу ничего не лежит, но а вдруг? А зря, кстати, могли бы и положить. Вниз, я так понимаю, ты не хочешь. А, ты сразу туда? Нифига себе. Вот это веселый человек. А, тут ничего нет. А? Ага, хорошо. Так, ну понятно, нам надо два этих. Давайте сюда. Ох ты ж. Да. Развернули как-то неправильно меня. Ну ладно, тут по идее должен был бы чекпоинт недалеко. Нихрена себе. Кажется, покрошили кого-то. Вообще, как-то очень быстро тут оказался. Потому что, по идее, этот жирный должен был не дать мне выйти, мне надо было бы вот здесь вот пройти, но как-то... Я слишком резко щеманул вперед. Видимо, игра не ожидала, что я обгоню, точнее, ну, обойду того зомбака. О, потрошки. Потрошки это хорошо. А, и мы снова в этот зал пришли. Только с другого входа, походу. А, ну и нам... А, тут еще что-то было. Эти дробь. Спасибо за дробь, игра. Ох, у меня два отделения, кстати, уже не хватает. Офигеть, как говорится, мне просто взяли и откусили 2 хп. Что вы творите? А, это были взрывные стрелы сейчас. Прекрасно. А, он свалил, понятно, его нельзя было прибить сейчас. Че, на меня с ножом полез, что ли, тварь? Ё-моё.
Офигеть. Чуть-чуть сам себя не подорвал. Это был бы совсем прикол. Как я не попал? А, опять нельзя попасть, да? Я попаду вообще. Так, вот тебя не ожидал здесь и сейчас. Серьезно? Окей. Попался. В смысле? Что-то, по-моему, тот как-то облажался меня съесть один. А, окей, хорошо. Я прямо здесь оказался. Спасибо. Лови. Вот эта цензура произошла. Игра не хотела показывать, что произошло с этим зомбаком. Так, а куда этот мордатый делся вообще? Ну, видимо, он вперед ушел, да? Но больше тут, по-моему, ничего нет. На снайперку всю слил. Ладно, зато арбалета у меня много. И арбалет действительно мощный. За два выстрела уничтожает горло этому визгуну. У тебя что, иммунитет к звуку, что ли? Что, оглох, что ли? Я не понял. Так что, все? Больше нет твоих друзей? Теперь готов сразиться один на один? Смотрите, к нему он выжил. Он еще выжил.
Окей. Да, видимо, этот зуб давал плюс 200% к здоровью. Раз он выдержал два добивающих удара, которые любых других зомбаков... Так, погоди, а куда? А. Любых других зомбаков выносили, в общем. И не смотри на меня так. Ну понятно, да? Найти способ, как вернуться к сундуку для начала. И забрать из него. Фамильный герб Симмонса, часть 3. Let's put my theory to the test. И где мы вышли? А, мы... Собственно, где-то здесь же и вышли. Ничего не забыли? Как думаешь? Наверное... Наверное, ничего не забыли. Так, гранаты я пока специально не тратил. Они мне еще успеют пригодиться. You look like you've seen a ghost. Ada, what the hell is going on here? It's complicated. This isn't the time or the place. These walkways won't hold. We need to get to the lower levels. So sorry, Deborah. It's all my fault. Helena, get away from her. Stop. Don't shoot, please. Ooh. Я удивлен, что она мне урон не нанесла сейчас. О, спасибо. За бесполезную фигню, но все равно спасибо. О, надо перезарядиться.
Я весь пистолет почти слил. Интересно. Мне дали откуда-то красную траву, я не заметил, где мне ее дали. Так, ну, пока можно... А, там 10 патронов было, ничего себе. 10 патронов к снайперке. Это вообще неплохо так. Тут находиться. А, окей. А уже все? А нет, что-то, по-моему, не вся фаза. А я как уже тут внизу оказался? Вы чё, игра? Ты что творишь? Спасибо за оружие, а я его не могу взять. Не, я сначала тут залутаюсь немножко. Опа, зомбя. Вот это ты тут летаешь, конечно, подруга. Не попала. Отойди, пожалуйста. Ох ты ж! Зомби-зомби. Патроны у меня не лезут, да? А почему? Ой-ой-ой. Так,
Теперь можно подлечиться, и у меня останется... Так, теперь главное... А, у меня этих огненных гранат много. Нет, давай-ка я просто выкину, наверное. Или нет? Где вы, ребят? Давай-ка я вот так сделаю пока. А-а-а. А, ребята, мне можно, пожалуйста, зеленую траву? А, что значит не можно? То есть как это не можно? Игра, ты что делаешь? Так, ну, Леон попросил о небольшой помощи, поэтому я так чуть-чуть. Так, где-то там, да? А, да Леону даже не нужна моя помощь, походу. Ну и так. Для приличия пару пуль выстрелю. У меня не такой большой запас боеприпасов, чтобы на этой сложности с такого расстояния просто расстреливать всех. Кто-то хорошо стреляет. Интересно, это Хелена или я? Пристрелили этого зомбака. Ох, нифига себе, ты накручиваешь, дружище. Просто взял, подвинул меня вообще. Понятно. Я, пожалуй, просто полежу. Я плохо на эти кутые реагирую. Понятно. Думал, что все. Оказалось, не все. И не надо тут мурлыкать на меня. Ты не котенок. Ладно, надо подлечиться, а то... Ну, по-моему, она сейчас еще придет. Ты чего? Хедшот. О, здорово.
А, ну все. Уф. Офигеть. Сколько хп у этой штуки было? No more tears. Not until I avenge your death. To do. So I helped him. I helped Simmons breach the president's security. That sounds like Simmons, all right. Why the hell would he do all this? Long story. We're up against the people who really run this country. In a very dangerous game. And if you don't play your hand right... How are you feeling? Why don't you come down here and I'll show you. I think I'll pass, but there is something I'd like to show you. More games? Ага, вот. В итоге прошли все-таки. Неприятно было пострадать на боссе, конечно. Потратили немножко лекарств. Не, пожалуй. Хотя зря, на самом деле. Угу. Теперь можно это взять. Теперь можно зарядить дробовик. И у нас еще место будет. Может быть... Все-таки когда-нибудь дадут зеленую траву. Я бы игра не отказался. Желательно от парочки. А то как-то у меня две красных травы. Это вообще... Что за раритет происходит? Если бы я знал, что тут будет две красных травы, я бы не смешивал те две зеленые, которые у меня были ближе к началу серии. Так, мы где-то наверху оказываемся. Нифига себе.
Так, ага. Ох, нифига себе. Да, что ты делаешь? А, он все-таки может добить. Я уж подумал, что он совсем что-то ничего не может добить. Так, ладно. Так, ну, сейчас лечиться тогда я не буду. Хорошо, что чекпоинт здесь, а не с того момента. Как я уже потратил хилочку. Генератор не здесь, что ли, да? Серьезно? А, готов? Что ты быстро приготовился? А вот генератор. Опа. Вот это фиговая ситуация. Потому что этот, это особенно крепкий. У него, по-моему, раза в два больше хп, чем у обычного. Серьезно? Сколько у тебя в ноге еще прочности?
А, он готов уже. В смысле, я не могу попасть? Кстати, друган. Ой, блин, я забыл, что ты это можешь проломить. А, серьезно? Знаешь, раз ты такое тут со мной делаешь, то пойдешь ты, пожалуйста, нафиг. Все втроем, причем. У меня на самом деле нет никакого смысла их гасить, если уж серьезно говорить. О, надо же, кстати, что-то хорошее выпало. Тут ничего хорошего, наоборот. Ё-моё. А, серьезно? Ну, понятно. Если я сейчас хитрее поступлю, я не буду жирного самого вот этого в красной одежке вызывать. Если я сначала разобью коробки, ну, три пули пистолета я могу потратить. Если там хоть что-то боевое будет, то возьму. Если нет, то и идет он нафиг. О, стрелы какие-то. Иди давай проламывай. Так, ладно, если я сюда уйду. Ну ладно, наверное, надо успеть, пока он... Когда он будет вставать, успеть просочиться мимо него. Так, давай-ка ты вот здесь откроешь. Да как ты меня задел? Я же увернулся. Ну ладно. Вот я уже сейчас ничего не сделаю, скорее всего. А, вон он, кстати, трансформатор висит, можно трансформатор сбить. Ладно, я думаю, сейчас пройдем.
Я просто уже не хочу на них тогда патроны тратить, смысла нет. За них все равно только очки начисляют, а очки мне нафиг не нужны. А, ну как обычно. Так, у меня что по месту? Отлично. Да что ты делаешь? Он меня жрет, вы представляете? А. А, ну, кстати, что-то лежит, сундучок какой-то. Не-не, друган, ты идешь подальше. Пока. Мне с этим-то смысл сражаться нет, на самом деле. Опа, друган, ты умеешь вниз прыгать? Сейчас скажу, что напад умеет вниз прыгать. А, пока-пока, ребят. Вас что-то тут много. Вам так не кажется? Да, и мы даже знаем, кто.
Мне зеленую траву дадут, игра? Нет? Кстати, клетки с собакой уже нет. Меня интересует вот это. Опа! Вот это я борзанул чё-то. О, прикольно, он разбил. А вот это кто-нибудь разобьет? Ай! Вот это было плохо. Логично. Я, кстати, как-то не знал, что они могут разрушать коконы друг друга. Этим можно воспользоваться. В этом конкретном месте это плохая затея, я соглашусь. Но в целом это... очень даже неплохая идея. А, там что-то оружейное выпало. О, 20 взрывных стрел, кстати. Так, вот этот вторым у нас возник. Так, давай. Молодец. Идем. Иди сюда. Кис-кис-кис. Ты издеваешься? Так, ладно, давай вот этого. Молодец. Давай вот этого. Ага, этот не разрушается. Так, давай монстра иди сюда.
Так давай иди обратно. Кис-кис-кис, иди сюда. Иди сюда. А, ты... Так, иди сюда. А, монстр, монстр, кис, кис, кис. А, ты там сразу вжахнулся, да? Все-таки вот этих тоже. А, разбил. Видимо, там один тоже неразбиваемый. Так, мне тебя надо обойти, друган. А, и все? Так, теперь давай-ка с этой стороны зайдем. Я хочу, чтобы ты еще вот этот кокон разбил. Для этого, мне кажется, нужно, чтобы он залез, и у него будет шанс разогнаться. Это интересная тактика, на самом деле. Стоп, погоди. Не, давай-ка. Прикинь, монстр, а я здесь. Неловко вышло, да? Я здесь. Ну давай. Может, с этой стороны можно его. Если у него будет. У него будет больше поля для разгона. Че, устал уже? Бегать не хочешь? Вот же жук хитрожукчий. Давайте, может, вот так поближе встанем. Кинь, я здесь, я отступаю тебе. Не хочешь? Смотрите-ка на него, говорить не хочет. Ну что мне с ним делать? Ну ладно, он и так много у меня тут зачистил. Монстр, ну, мозги включи. Давай вот сюда. Не-не-не-не-не, я не пойду, я помню. Больно?
А теперь сюда иди. Друган, у меня для тебя два подарочка. А, вот второй появляется. Все-таки его можно было разбить, но... Я не смог заставить этого монстра разогнаться сюда. Отлично. О, давай сюда, 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 сюда. Не-не-не, монстр, сюда, сюда. Давай, давай. Ты там открыл какую-то дверь, молодец. А, даже прям на одном трансформаторе можно его... А, это тоже. И этот. Валим. О, красавчики, молодцы прям. Так, теперь сюда. Я не собираюсь тут тратить много на вас всего. Так, давайте-ка я сразу вас к этому трансформатору направлю. Ну, тут игра рассчитывает, что я буду тратить дробовик, там, снайперку и так далее, гранаты. Ну я что? У меня есть трансформаторы. Тоже неплохое оружие. А, еще рождается, смотрите. Ну вот это место, как по мне, самое удачное, просто супер. Так, вторая тварь где? Ага, он идет сюда. Нет? Ух! Отлично. Еще минус один. Нет, трансформатор реально очень хороший урон делает. А вот прикинь, как неловко для тебя. Не, я, пожалуй, не буду спрыгивать к нему. Ох, как у него электричество идет. Он сейчас еще успеет перезарядиться. По идее. Вот все. Кажется. И при этом мы потратили совсем немного. И самые свои мощные боеприпасы я даже не тратил. Это вообще здорово.
Тут, кстати, нет пути вниз. Уже, видимо, закрылся этот путь в пещеру. О, ну, не в пещеру, это подземелье там мокрое. Looks just like me. No wonder Leon is confused. Enjoy the show. Yes, it was quite revealing. How do you mean? Well, correct me if I'm wrong, but isn't it you on this tape, Ada? You're the one behind Neo Umbrella. I... don't know what you're talking about. Simmons would never be foolish enough to show his cards. He and his family want one thing. To stabilize and sustain the system they've created. But you... you want to destroy it. And the world will blame. If she wants a game, she'll get one. With the real Ada Wong. Who is this? An old friend, Simmons. Ada Wong. Ada? Let's ditch the pleasantries and get right to it. That little doppelganger you brewed up just told me she has her heart set on destroying the world. What? Looks like the race is on. Let's see who comes in first. Отлично. На этом вот мы прошли с вами. Вторую главу в компании Ada. Ada выяснила информацию о своем двойнике. И что будет происходить дальше, узнаем в следующей серии. На этом я благодарю вас всех за внимание. Оставляйте свои комментарии и до новых встреч. Собственно, в следующих сериях. Всем пока!